За Родину на всех фронтах Великой Отечественной войны сражались 410 тысяч оренбуржцев. Наши земляки отстаивали Москву, обороняли Ленинград, участвовали в Сталинградском сражении. Из воспоминаний маршала Георгия Жукова. Противник шаг за шагом прорывался через развалины города к Волге. Перелом в эти тяжелые и, как временами казалось, последние часы был создан 13-й гвардейской дивизией Александра Родимцева. Полководец Сталинграда, уроженец Шарлыкского района, командир 32-го гвардейского стрелкового корпуса гвардии генерал-лейтенант Александр Родимцев был удостоен второй звезды героя за умелое руководство войсками при форсировании реки Одер. За мужество и отвагу 65 тысяч оренбуржцев награждены орденами и медалями. 235 удостоены звания Героя Советского Союза.